Тот самый бельчонок. Наконец-то он поест. Я сейчас копию озадачил. Насыпал ей там фундукань немерено. Пусть она его прячет. Бельчонка покормлю я сейчас, злодея этого. Кстати, вес у него хороший, бельчонка. Дрожит тоже. Копия дрожала, и он дрожит тоже. Наверное, все-таки холодно ему. Погода мерзкая. Тут снег тает, дождь идет. Мокро в парке. Деревья, вот это лед. Это не вода, это лед у него. Покрытый льдом. Тяжело им сейчас, наверное, лазить. Злодей какой. Тут сейчас три белки бегают. Копия, тот самый бельчонок и еще какая-то молодая белка с черными ушами. Никак мне не удавалось в последнее время покормить того самого бельчонка. Копия не давала все время. Но сейчас копия вроде поела. И плюс еще она занята сейчас фундуком. Бельчонок спокойно поест. Ну, бельчонок, кстати, я говорю, бельчонок, тот самый бельчонок. Белке уже больше года. Это взрослая белка. У нее уже бельчата были свои. У этого. Но фамилия так и осталась. Тот самый бельчонок. Больше никак он не будет называться. Это, кстати, девочка. Кто не понял, это девочка. Тот самый бельчонок, девочка у нас оказалась внезапно. Когда вдруг прибежала беременная весной. А до этого она была мальчиком. Официально значилась. Злодейка какая. Злая синица прилетела вон там. Не люблю я такую погоду, когда дождь идет. У меня аппаратура заливает все время. Ну, я сейчас обмотал в тварот пакетом целлофановым. Вроде. Но все равно он его заливает. Даже с пакетом. И полностью уже не замотаешь. Белок сейчас много бегает. Несмотря на погоду, белок много бегает. Я сейчас в дерево смотрю и вижу двух белок. И сзади у меня, знаю, две белки бегают. Копия и там еще это, с черными ушами. Злодеи. Руки мокрые уже.
Мне, кстати, говорят, голуби, голуби, глупые птицы. Но вот сейчас голубь взлетел. Неожиданно. В расчете на то, что бельчонок дернется и скинет вниз орешки. То есть голуби могут такие вещи просчитывать. По моим наблюдениям, голуби самая умная птица здесь в парке. Умнее ворон, умнее и смелее гораздо. Не знаю, почему голубей глупыми считают, но они как раз раздражают тем, что очень умные. Они обязательно залезут куда угодно. Если увидишь, что там еда есть, они залезут 100%. Найдут способ. Вороны не такие, вороны сдаются. А голуби нет. И этим они на нервы действуют. Ничего не боятся при этом. Бельчонок. В хорошем весе он. В хорошем состоянии, в тонусе. Молодец. Синица злая. Обещали 8 градусов, но что-то не чувствую я никаких 8 градусов сегодня. Ощущение, как будто сейчас, ну не знаю, 1-2 градуса максимум. Злая синица сидит. Голуби ходят. Бельчонок хорошо поел, хорошо ест, молодец. Раз есть возможность, надо есть орешки. Вот он сейчас сколько съел, значит, он голодный бегал. Голодный бегал, а тут же нет кормушек. Там только моя кормушка, она сейчас пустая, скорее всего. Кормушек тут нет, он бегал. Вот, что бы он сейчас ел бы, интересно, если меня не было бы. Тут птицы слетаются, вороны. Занервничал бельчонок. Вон они, их не было, сейчас они прилетели. 4 штуки. Вот голуби тут еще под ногами ходят. Злые синицы со всех сторон. Опасно становится. Дай, злодей. Еще три ворона прилетело, молодцы какие.
Злодей какой. Тут синицы пытаются в карман у меня залезть, брюк. Злодеи какие. Лазаревка прилетела. Какая молодец. На плечо сел у меня. Вот злодейка. Лазаревка. Это снять невозможно сейчас никак. Ждут. Синицы ждут. Тут стайка синиц. Синицы садятся на карман. Вот злодеи. Тяжеленькие, хорошенькие. Еще будешь? Ну-ка, подожди-ка. Подожди-ка. Стой! Стой. Ну-ка, тебе орешки. Никогда не отказывается. Мне нравится бельчонок тем, что не отказывается никогда ни от чего. Молодец. Ну-ка. Синица. Все, Лазаревка, давай, садись. Давай! Лазаревка, давай, садись. Тут оживляш пошел. Вот черными ухами пробежала белка. Ну все, наверное. Давай! Ну-ка возьмешь. О! За палец не надо кусать. Она дикая, вот эта белка. Она уже потихоньку привыкает ко мне, но еще не понимает, как все это работает. Дал ей орешек. Ну все тогда.